Судом вышестоящей инстанции по представлению прокурора бывший чиновник осужден к реальному лишению свободы. Судом установлено, что директор учреждения в 2017-2018 годах по заключенным архитектурно-планировочным бюро города Элисты муниципальным контрактам с бюджетными организациями республики организовывал выполнение подчиненными работниками МУП работ по ним. Но одновременно он заключал со сторонними организациями фиктивные договоры субподряда. Последним он перечислял денежные средства, причитающиеся в качестве оплаты за выполнение принятых обязательств по заключенным от лица учреждения муниципальным контрактом. Тем самым он причинил имущественный ущерб учреждению на сумму свыше 12 миллионов рублей. По итогам рассмотрения уголовного дела по существу действия мужчины судом первой инстанции ошибочно квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями с назначением наказания в виде условного лишения свободы. Не согласившись с приговором суда, государственный обвинитель принес на него представление о необходимости переквалификации действий бывшего директора муниципального унитарного учреждения, который совершил растрату веренного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере и необходимости его реального осуждения.